Эй, ты куда? Киско, ты куда? Кс-кс-кс. Ты какая красивая киска. О, там еще одна киска. Привет, киска. Кс-кс-кс-кс. Ой, ты какой красивый, ты посмотри. А? Какой красивый. Хотел показать вам, где мы остановились. Это мотель. Там вот основной офис у них. Первый корпус, значит, какие-то строения. А здесь вот несколько юнитов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот это наш. Здесь заходишь сразу, у тебя огроменная кровень, кровать. А это такой, называется он self-contained unit. Здесь можно что-то приготовить. Небольшая мини-кухня есть. Вот мы уже, видите, готовим. Очень голодные приехали. Встречали рассвет. Холодильник, микроволновка. Пообедать где. И телек. Вот еще даже стоит у нас хитро, потому что сейчас уже скоро зима. Вот. Дополнительная кровать. Ну, вне сезон. Пока еще не сезон. Привет, котята. Пока еще не сезон. Это все стоит $120 в ночь. А так в сезон это будет 140. Может, даже больше, в зависимости. Потому что на Кейп много приезжают людей, которые фотографируют рассвет. Это специфический такой вот... специфическое место. Мекка такая, скажем, для фотографов. Вот. У нас сегодня тепло, плюс 19. Вокруг, смотрите, какая красота. Здесь горы. Пальмы. Птички. Нет ветра. Все супер, в общем. Мы сейчас будем завтракать, но мы у нас бранч. Ну ладно, что-то у меня нету сейчас пока ничего с собой. О, ты какой крутой. Вообще тут не кормят домашних животных особенно, потому что они дорогие, за ними дорого ухаживать. Это все стоит $1000, поэтому если ты что-то им дал, и ты виноват, ну, скорее всего, будешь платить за это. Вот. Ладно, ребята, всем хорошего дня. Опять зашелся, смотри-ка. Ладно, всем пока. When you're screaming out, but you can't make a sound, you know it's only a dream. When your back hits the ground and things turn around, you know it was only a dream. Проездом в город Гисборн. И сейчас я еще не видел это, но уже меня просто все поражает. Давайте посмотрим вместе. Вот так выглядит Тулага Бэй. Я все комментировать ничего не буду, просто смотрим. А там вот самый большой пирс в Новой Зеландии, 600 метров он. Естественно, мы пройдемся по нему и сделаем фотографии. Вот такой огроменный пирс здесь, он 600 метров вроде. И мы планируем пройти, погулять, посмотреть, пофотографировать Тулага Бэй Уорф. Кому интересно, вот так называется место. Красивейшие тут, смотрите, виды, скалы стоят. Вообще возможно пройти walkway и подняться прямо там, где-то на вершину, и, конечно, сделать крутые фотографии. Но мы не планируем этого делать, потому что хватит красоты. Вот. Мы сейчас просто планируем прогуляться вот туда, возможно, до конца, я не знаю, и пофотографировать уже оттуда, посмотреть саму бухту Тулага. And you just can't win.
покажу вам картинки текста, если интересно, поставьте на паузу, почитайте. Здесь просто краткий экскурс о том, что место было уже освоено в 13 веке, потом это все было связано с каким-то убийством, в общем, как обычно. Ну и потом уже прибыли мы, люди, подарившие цивилизацию, в скобочках. Вот. Красота-то какая, Юра, ты посмотри. Это что, железная дорога, что ли, была? А, какие-то... А, видимо, разгрузку делали. Решили залезть под сам пирс, потому что классные фотографии должны получиться. Смотрите. Почва проваливается. Вот здесь вот 600 метров длина.